страны, в которые ты хочешь поехать. Я хочу поехать в Корею, в Америку, в Британию. Дождь или снег? Дождь. Первый вопрос. В какое время года ты родилась? Я родилась в начале лета. Твое любимое время года и почему? Если честно, я не могу выбрать определенное время года, потому что каждое по-своему хорошо. И я не могу выбрать, потому что летом жарко, тепло, можно купаться, веселиться и гулять. Зимой тоже можно кататься на коньках, на лыжах и так далее. Весной, ну, тоже прикольно. И осенью прикольно. Всем большой привет! Меня зовут Наташа Гром, и, как вы понимаете, это тег «Воздух». В день небольших итогов хочу вам рассказать, что тег продолжается, потому что люди до сих пор мне пишут, спрашивают, типа, как участвовать, как что, как чего. Я свой тег уже отсняла. Если кто не видел, можете посмотреть там дальше, он есть на канале. Ничего сложного в этом нет, абсолютно ничего. Вы снимаете, вопросы есть у меня, либо вы можете набить в поисковике тег «Воздух», я имею в виду в поисковике на ютубе. Расскажу вот еще о какой штуке. У нас будет конкурс на самое такое, наверное, веселое видео. Всего 3 победителя. Ну как, это даже не победитель, это просто как утешительный приз. Он небольшой, он такой, так скажем, мимимишный такой весь. Вот, если будет мальчик, то мы придумаем какой-нибудь другой приз, это неважно. И постараемся сделать так, чтобы это было более интересно вам. Если вы участвуете ради конкурса, то не знаю, есть ли в этом смысл, если вы просто вам нравится по приколу снимать тег и просто продвигать и делать его масштабным, то я думаю, в этом смысла больше на самом деле. Так что так, ну и давайте посмотрим, что отсняли остальные девушки. А следующее мое видео будет видео о фаворитах, то есть ништяки, которое выйдет уже, наверное, либо на этой неделе, я просто не успеваю снимать, либо на следующей. И я расскажу о многих многочисленных брендах, о многих блогерах, которые понравились за апрель, за март, и книгах. Твое любимое время года и почему? Мое любимое время года – это, естественно, лето. Ну, блин, ребят, мне кажется, у многих людей это лето, потому что нет школы для меня, это во-первых. Во-вторых, ты расслабляешься, ты купаешься, все зеленое. В общем, так скажем, как обычный тег, который там просто с вопросами я буду отвечать, но, прочитав вопросы, они очень интересны будут. Да. Первый вопрос. Какое время года ты родилась? Я родилась осенью, да, когда осенью. Этот тег мне передала Наташа Гром. Наташа, спасибо тебе большое. В этом теге 20 вопросов, мне уже интересно на них скорее ответить, так что поехали. Любимый сериал и пить при этом чашечку какао, я очень люблю это. Или читаю книгу, потому что мне читать приятнее всего по дождливую погоду, так как меня вот не отвлекает вот эту вот улицу, я могу сосредоточиться и почитать свою любимую книгу. Носишь ли ты зимой шапку? Да, я обязательно ношу зимой шапку, так как шапка защищает не только мои уши, а то, чтобы они не отмерзли, а еще защищает мои волосы, так как от холода могут повредиться луковицы, и это будет очень плохо для волос, они могут стать сухими, плохими или вообще выпасть. Квартира. Что ты выбираешь? Активный отдых или валяться так у пляжа? Ну, наверное, думаю, активный отдых, потому что я такой гиперактивный ребенок, что мне интересно. Я не могу сидеть на месте, но вроде я могу сидеть на месте, но нет. В прошлом году я каталась зимой с горки на санках. В этом году я не каталась, потому что санки есть, а горки нет. Умеешь ли ты плавать? Да, я умею плавать, но научилась я только в прошлом году. Я ходила 3 месяца на плавание со своей подругой. Это были незабываемые времена, незабываемые ощущения. Вот я приходила на плавание, и я просто отрывалась. На этом я с вами прощаюсь, всегда ваша Гром Наташа. И подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки, и далее будет гораздо интереснее. Все, пока!